24 новости. О событиях к этому часу расскажу я, Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Втрое в этом году увеличилось число бизнес-проектов в селах Кустанайской области. Практически все связаны со сферами торговли и обслуживания. Производственников мало. Что же мешает предпринимателям реализовывать свои задумки? Этим вопросом задался Артем Грапов. Шитьем Гульсум Ильясова занимается с детства. Это у нее от мамы. Несколько лет назад женщина смогла открыть личное дело. Сначала курсы предпринимательства, затем запустила небольшой швейный цех. Машинку купила, немножко материал взяла. Потихоньку вот, люди заказывали, потихоньку так и пошла. Продукция Гульсум Ильясовой пользуется спросом не только в ее родном селе, но и за его пределами. За годы работы удалось накопить хорошую клиентскую базу. Мы рады, что в нашем селе появился такой вид деятельности. Здесь мы можем приобрести и заказать праздничную одежду, свадебные атрибуты и предметы домашнего обихода в национальном стиле. Гульсум мечтает расширить свой бизнес. Пока не получается, нужны дополнительные оборотные средства. Прибыли сейчас не хватает, а кредит без залоговой базы не дает. Дом мы ставили, но он не вытягивается только. Там же 50%, кажется. Дом сам 2 миллиона выходит, и мне получается только 1 000 000 кредит. 3-4 миллиона хотела взять, потому что 1 000 000 невыгодно. В селах Кустанайской области предприниматели зачастую открывают свой бизнес в сферах торговли и обслуживания. Производственников мало. Есть проблемы, которые мешают запускать такие проекты. В основном предприниматели сельских населенных пунктов – это малый бизнес. И в первую очередь они сталкиваются с тем, что нету финансирования, что требуется дополнительное финансирование. По данным вопросам они могут непосредственно прийти к нам. Наши консультанты полностью дадут расклад по тем мерам господдержки, которые существуют в настоящее время. У многих возникают трудности с налогово-статистическими отчетами. Иногда доставляют хлопот сельским бизнесменам юридические моменты. К примеру, правильное оформление трудовых договоров. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар-24. Нет интернета в отдаленных селах Западно-Казахстанской области. Жители по-прежнему пользуются услугами российских провайдеров. Волоконно-оптические линии обеспечивают выход в глобальную сеть только больницам, школам и госучреждениям. Сельчане же надеются на проект 250+, в рамках которого в ближайшие 3 года отечественные операторы обязуются установить в селах региона 51 базовую станцию. Село Жақсыбай с 1500-тысячным населением в десятки километров от границы соседнего государства. Широкополосный интернет здесь подведен к школе и акимату. Жители пользуются сим-картами российских операторов. У нас роутер из российских Wi-Fi. Казахстанский пока еще нету. В данный момент в поселке у нас интернет очень и очень слабый. Почти под ноль. Оператор сотовой связи хочет усилить наш интернет. Обещает 3G на полном скорости. Такая же ситуация в соседнем Узынколе. Нурлан Едигенов рассказывает, о бесперебойном мобильном интернете только мечтаем. Даже видео в мессенджерах загружается часами. К нам провели оптоволоконную связь в прошлом году. Но интернет доступен только в школе и акимате. Чтобы зайти на сайты госорганов, нужно идти в школу или ехать за мобильным интернетом в райцентр Жанибек. Всего по району 9 сельских округов, 18 населенных пунктов. Из них в малых населенных пунктах качественная интернет-связь вообще отсутствует. А из сельских округов это Талка и Борса. Там нету волос. Обещанный второй этап подведения волоконно-оптических линий приостановился, рассказывают власти района. Что касается качества мобильного интернета, инспекция связи выезжает только по письменным жалобам от абонентов. 3G интернет должен иметь не менее 1 мегабита в секунду. Скорость должна быть. А 4G, если есть заявлено, то 5 мегабит. Ну, в основном бывает, что перегруз базовой станции, либо транспортная среда не осиливает то или иное село потоком интернета. Проведено 18 проверок, из них 13 выявлено с нарушением, по результатам которого наложено административное взыскание 8 882 700 тенге. Как выяснилось, широкополосным интернетом обеспечена только половина из запланированных 200 сел. Провести линии стоит 1 000 000 000 тенге, отмечают специалисты. А вот мобильным операторам обещаны налоговые льготы. В 2021 году 74 СМП, в 2022 году планируется 136 СМП покрыть 3G, 4G связью. В отдаленных СМП появляется связь, в которых ранее вообще не было связи. Отмечу, что в данный момент Министерством цифрового развития были проработаны налоговые льготы для операторов связи, в рамках которых они обязаны
покрывать сельские населенные пункты с населением больше 250 человек. Грани цифрового неравенства постепенно будут стираться, отмечают в управлении цифровизации. В планах подключения к мобильному интернету сел и с населением меньше 250 человек. Потагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Западно-Казахстанская область, Хабар 24. К событиям в мире. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате наводнения, вызванного проливными дождями в Анкаре. В столице Турции затоплены тысячи домов, повалены деревья. В жилых кварталах продолжаются поисковые работы. Метеорологи предупреждают, непогода сохранится на севере страны в ближайшие несколько дней. Ожидаются дожди и грозы. В опасности другой турецкий мегаполис Стамбул. Жители просят соблюдать меры предосторожности, массовые мероприятия отменили. Во Франции стартовали выборы в парламент. Окончательные результаты станут известны после 19 июня, когда пройдет второй тур голосования. Всего зарегистрировано больше 6 тысяч кандидатов. Депутатских кресел 577. Соперничают в основном три избирательных блока. Центристский сложился вокруг партии президента Эммануэля Макрона «Возрождение». Движущая сила левого блока – партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция». Еще одна сила – это консервативная партия «Республика». Республиканцев. По прогнозам издания «Политика», большинство голосов получит партия президента. Однако в последнее время ее рейтинги падают. Отмечу, срок депутатских полномочий во Франции 5 лет. Месячная зарплата больше 7 тысяч евро. Для меня всегда было важно проголосовать на каждых выборах, будь то президентские или парламентские, потому что если вы не голосовали, как вы можете жаловаться, когда что-то идет не так? Когда проголосуешь, уже чувствуешь ответственность. На провал обречены попытки отделить Тайвань от Китая, заявил министр обороны этой страны Вэй Фэнхэ на конференции в Сингапуре. По его словам, армия Поднебесной в случае необходимости готова к решительным действиям. Напомню, в Пекине считают Тайвань своей провинцией. При этом Тайбэй настаивает на независимости. США официально придерживаются политики одного Китая. Министр обороны страны Ллойд Остин на той же конференции заявил, что Штаты намерены поддерживать статус-кво. Тем не менее, ранее он обвинял Пекин, цитата, «в провокационных и дестабилизирующих военных действиях вблизи острова Тайвань». Вэй Фэнхэ отметил, отношения между Китаем и США сейчас находятся на критическом и решающем этапе. В Пекине считают, что стабильное взаимодействие двух стран послужит не только их собственным интересам, но и общемировым. Во-первых, Китай обязательно осуществит свое воссоединение. Это великое дело китайской нации и историческая тенденция, которую никто не может остановить. Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, мы без колебаний будем сражаться. Мы будем бороться любой ценой, и мы определенно будем бороться до конца. Это единственный выбор для нашей страны. Фильтры нового типа для военных противогазов разрабатывают совместно казахстанские и бельгийские ученые. Первые тестовые испытания уже пройдены на базе оборонной лаборатории Королевской военной академии в Бельгии. Отмечу, проект поддержали и профинансировали в НАТО. Инновационные фильтрующие системы для противогазов смогут защитить в радиоактивной местности и в химической промышленности. Разработаны они казахстанскими учеными в сотрудничестве с бельгийскими коллегами. Свойства наноматериала уже успели оценить европейские эксперты. Фильтры нового типа для противогазов намерены выпускать для казахстанского и европейского рынков. Мы начали работу над этим проектом по гранту нашего Министерства науки и высшего образования Казахстана в 2014 году. Тогда и началось наше сотрудничество и с бельгийскими учеными. Продолжение в 2019 году под руководством руководителя проекта Зухаира Мансурова мы выиграли грант НАТО по программе «Наука ради мира и безопасности». И сейчас мы приехали для проведения испытаний, синтезированных в нашем институте сорбентов для очистки воздуха от токсичных газов. Мы можем строить научные модели, измерять технические характеристики материалов, чтобы посмотреть, как будут работать противогазы, насколько они хороши. А наши казахские друзья могут производить инновационные абсорбенты. Образцы у нас уже есть, и мы могли бы помочь в их научной оценке. Эту систему для очистки воздуха можно использовать не только в противогазах, но и в фильтрах на промышленных объектах для очистки от токсичных газов.
Существующие фильтры военных противогазов могут пропускать химические, биологические яды и радиоактивные продукты распада, утверждают специалисты. А разработанный новый материал имеет пористую наноструктуру размером менее 50 нанометров. Фильтры на основе такого материала могут улавливать токсичные вещества гораздо дольше. Выработаны они казахстанскими учеными на основе агропромышленных отходов. Это остатки растительного сырья. Рисовая шелуха, скорлупа грецкого ореха, это виноградные косточки могут быть. То, что все вот это вот растительное сырье, мы их перерабатываем и в дальнейшем карбонизуем и вырабатываем активированный уголь. То есть их можно прессовать в виде гранулы, в виде таблетки, в виде порошка. Если успешно все эти работы произведутся и дадут хорошие результаты, мы в дальнейшем планируем выход на коммерциализацию, то есть выпуска продукта, готового продукта для применения в мирных целях. Результаты работ ученых уже публиковали в международных рейтинговых журналах. Со слов экспертов, на рынках подобных предложений практически нет. Поэтому первую линию производства намерены запустить уже скоро в сотрудничестве с Академией гражданской защиты МЧС Казахстана. Вероника Боярова, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24. В Кызылординской области восстанавливают древнее городище Алтын-Асар. Самый крупный архитектурный памятник жетеасарской культуры внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы на объекте начали 3 года назад. Сейчас это уже музей под открытым небом. Рахан Тажибаева расскажет подробнее. Первые упоминания о городище Алтын-Асар появились 1500 лет назад. Огромное поселение площадью в 17 гектаров состояло из 4 крепостей, построенных в разное время. Это малый и большой дом, караван-сарай и крепость с бойницами. Двухъярусные строения круглой формы имели высоту 30 метров. Эти места, считают ученые, хранят в себе множество нераскрытых тайн. Памятники Жетеасар занимают особое место в мировой истории. Считается, что именно в ботайской культуре была одомашнена лошадь, а музыкальный инструмент хоссаз, двуголовая дамбра, впервые применялась в жетеасарской культуре. В 4-5 веках в этих местах протекала река. Весьма устойчивой была и экономика. Хозяйство обитателей городища носило комплексный характер, при котором занятие скотоводством и земледелием сопровождалось рыболовством и охотой. Об этом свидетельствуют и археологические находки. В настоящее время древнее городище находится под охраной государства. Здесь найдено очень много предметов старины. Однако под открытым небом сохранить находки очень сложно. Стены рушатся, пару лет хватает, чтобы стереть их с лица земли. Поэтому мы наряду с археологическими проводим восстановительные и укрепительные работы. К слову, сейчас на территории региона насчитывается около 60 памятников старины, относящихся к жетеасарской культуре. Чтобы сохранить их, разработан специальный план, в рамках которого будут поэтапно проведены восстановительные и спасательные работы. Райхан Ташбаев, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар 24. Еженедельные ярмарки сельхозпроизводителей стартовали в столице. На прилавках представлены товары 40 местных предпринимателей. Кстати, в этом году ярмарки начали проводить на новом месте. Динара Абдирова узнавала, как повлияла смена расположения на торговлю и правда ли, что цены ниже рыночных. Сезон ярмарок столицы начался на новом месте. Вместо привычной площадки у одного из торговых центров рынок переместили на парковку стадиона «Астана-Арена». И теперь любителям спорта, по всей видимости, придется делить территорию с продавцами. Не рады, как выяснилось, ни те, ни другие. Раньше был «Хан Шатыр». Мы там, правда, не участвовали, но там намного было удобнее. А здесь чуть-чуть с месторасположением они прогадали, потому что тяжело людям добираться. То есть один автобус и в шаговой доступности как бы только строящиеся объекты. Эта ярмарка действует всего 2 дня, поэтому ожидать чего-то сверхъестественного тут не стоит. Людей на площадке, где разместились торговые ряды, действительно не так много. Не сезон, говорят продавцы. В основном на прилавках товары местных производителей. А вот те, кто приехал издалека, уже пожалели о своем решении. Больше не буду приходить, потому что у нас не устраивает такая цена.
У нас там такая цена у нас, в Чимкенте, вот такие цена мы продаем сами. Дорога кымбат, потому что... Ассортимент, к слову, неплохой. Помимо овощей и фруктов, жители столицы могут приобрести мясную, молочную продукцию, а также рыбу и мед. Представители столичного акимата на своем сайте пообещали, цены будут ниже рыночных. Но так ли это на самом деле? Цены хорошие, дешевые намного. Проценты на 20-30, по-моему, дешевле. В магазинах стоит так же. Вот здесь я смотрю, 520 тенге сахар, а в магазине 470. Я вчера брала в супермаркете. Вот цены не дешевле здесь. Ну, цены средние, по-моему, по рынку нормально. В супермаркетах вроде подороже. Качество можно выбрать. Ярмарки будут проходить каждые выходные до осени. К участию привлекли аграриев из Акмолинской, Карагандинской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областей. Динара Абдирова, Арстамбек Успанов, Хабар, 24. В ряду по двое, по трое, а то и по четверо сразу. 150 семей со всей страны приняли участие в 4-м по счету параде близнецов. Его история началась 5 лет назад с небольшого шествия в столице. На время пандемии традицию прервали, и вот теперь близнецы вновь собрались, на этот раз в триатлон-парке. О масштабах мероприятия можно судить по групповому фото. Количество его участников действительно впечатляет. Цель нашего парада – это сплоченность, именно дружба, знакомство наших близнецов, чтобы они знали, что есть такие детки, как они, которые родились также в один день. Если на первый год это было 10 человек, то есть 10 мам и 20 деток, то сегодня у нас будет 145 мам и получается примерно 320 деток. 10 это тройняшек, именно пар, и одна мама и детки четверняшки. Остальные все двойняшки. Ну и на этом пока все. Оставайтесь с нами.